Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, и сегодня мы делаем очередной обзор на новую версию Пиксельмона 4.0.3. Да, она вышла совсем недавно, и спасибо тем, кто мне сказал, что она действительно вышла, и сейчас мы подробненько рассмотрим, кто тут появился, что тут появилось, и действительно крутая ли это версия. Как по мне, она действительно крутая, не хуже, чем предыдущая, хотя предыдущей версии, если вы помните, было больше добавлений всяких там предметов, вещей, камней, может, каких-то ресурсов, украшений, развлечений. Вот как вы тут видите, зонтики, машины всякие, ковры. А в этой версии добавили более всего покемонов. Давайте подробно рассмотрим, что добавились. Это добавились, ребята, новые тренеры, которые будут спамиться. Вроде, да, вроде вот эти. А какая-то Эльза, Джоз, Кевин, Жуан, Дерек и Конни. Надеюсь, правильно прочитал. Их они добавили, сейчас они будут спавниться в роли тренеров, потому что предыдущие тренеры, но они были как какие-то, я не знаю, ребята, они были как какие-то палки, что ли. Ну, давайте сделаем сравнение, ребят, какие они были, смотрите. Вот. Какой вот этот и какой вот этот. Ну, чуть-чуть разница есть, да? Совсем чуть-чуть. Тут вроде еще кого-то добавили, как я помню. Вроде еще парочку тренеров, я их просто не показал. Но вроде действительно, вроде еще кто-то есть, но все же. Дальше. Ребята, поменяли текстурки наших камней. Этот камень, с помощью него мы можем эволюционировать Иви, например, да, в Лифиона. И с помощью этого камня, который спавнится... О, нифига себе, они еще движутся. А, это, наверное, просто у меня... Опа, танцуют. Не, ребята, это просто у меня за шейдеров они, наверное, двигаются. Во. А так не двигаются. А так двигаются. Ребят, короче, кого-то тут плющит. А с помощью вот этого зимнего камня можно... Ух, нихрена себе. Можно сделать себе Глассиона с помощью Иви. И это круто, что их поменяли, потому что они намного сейчас круче выглядят, чем раньше. И добавили, ребята, механическую печку. То есть вроде сделали... О, нет, где она? Это что-то не то. Вот она. Да, механическая наковальня, можно и так сказать. Это прикольно, что они ей сделали, потому что она очень круто выглядит, и она очень полезная вещь. Давайте, ребят, посмотрим, как она работает. Нажимаем и, допустим, ставим. Ча, нет, не вот это ставим. Это очень круто, потому что для ленивых задниц, как, например, даже у меня иногда бывает, что у меня вообще нету желания что-то там сидеть, а тем более сидеть и долбить, нафиг долбить пару стаков ультраболов, как мы, в принципе, делаем это в нашем сезоне. Действительно, там, когда нам нужно по 3 стака всяких болов, то это очень долго. И нижние части долбить 64, 64, 64, и нижние части по 64, 64, по пару стаков долбить, это реально очень долго. А вот так взял, поставил, и оно себе потихонечку делается. Посмотрите, какая тут охрененная текстурка. Смотрите. Это как бы передвигает вот это, и смотри, как это долбится. Ну, конечно, не так, но все же это очень круто сделано, мне, если честно, очень нравится. И, по сути, вот, оно делается, вы себе просто подходите, забираете, все готово. Это очень они круто сделали, если честно, это мне очень нравится. Вот для ленивых задниц, еще раз повторюсь, такие, как, например, даже я бываю, что мне это все лень делать, это очень полезная вещь. Ну, давайте, ребята, приступим к новым покемонам, которых добавили. Первый, это у нас легендарный покемон, еще одна птичка. Хох, если я правильно прочитал, но текстурка тут, ребята, просто суперская. Даже летает, смотрите, как офигенно летает. У меня там, короче, дискотека на заднем плане, смотрите. Не знаю, что это такое, но все же, ребята, они очень круто ее сделали. Она, если честно, мне очень нравится. Дальше давайте приступим. Дальше у нас идет Ларвитар. А у него еще есть вроде эволюция. Давайте мы быстренько его прокачаем и посмотрим, действительно ли у него еще есть там парочку эволюций. Потому что... Ух, ни хрена себе! Ни хрена себе! Ребята, посмотрите, как текстурки ударов изменили. Офигеть, я только сейчас это заметил, честно. Я вроде и смотрел немного вот эту версию, да, что тут изменили. Но посмотрите, как они охрененно вот это сделали. Текстуры вот этих ударов, смотрите. Это круто. Честно, они круто это сделаны. Почему у меня переключается вид? То есть, смотрите, сейчас мы с первого лица, да? Вот смотрите.
А сейчас мы уже с третьего, как бы сверху смотрим, когда я прокачиваю его. Я не знаю, почему это так сделали. Ладно, тут, короче, если честно, все равно какие изучать умения, потому что я просто показываю эволюцию покемона и ждем, пока он эволюционирует. Добавили действительно очень много покемонов, около 15 штук, с учетом предыдущих покемонов. То есть предыдущие версии покемона тоже добавили там несколько еще. Пупитар. Вот смотрите какой. Не то что добавили, а в этой версии мы, наверное, тоже еще рассмотрим парочку покемонов, которых добавили еще с предыдущей версии. Ну просто посмотрим. Вдруг мы уже забыли, как они, ну, как они выглядят, да? А, ну вроде у него уже больше нету эволюции. Вроде да. А хотя нет, у него вроде еще эволюции на 55 уровне есть. Эртквик, ни хрена себе. Вот это классный покемон. Ребят, мне кажется, этот покемон будет очень классным. Вот сейчас эволюция, да. Очень классным будет для капитана команды, если мы будем, например, в следующем сезоне делать сезон с этой версией. Мне кажется, что капитаном команды он очень будет офигенным. Плюс к тому у него еще Эртквик изучается автоматически. Мне кажется, он будет очень крутой. И смотри, как он офигенно выглядит, ребята. Прям динозаврик какой-то. Тиранитар. Во! Ну крутой, мне очень он нравится, ребята. Давайте дальше. Ну почему ты переключаешься на другую камеру? Слагма, мы в принципе рассматривали ее в предыдущем обзоре мода. Ну как я знаю, у нее вроде еще есть эволюция. И сейчас Слагма эволюционирует. Много добавили покемонов, это очень круто, потому что новые покемоны всегда классная вещь, но также хотелось, чтобы они добавляли не только новых покемонов, а также меняли текстурку старым покемонам или хотя бы добавляли остальные эволюции старым покемонам, которые уже есть в этом моде, как, например, Воникса. Но Воникса они уже добавили новые эволюции в Стиликса, как раз мы его чуть позже рассмотрим. Это очень круто, но также хотелось, чтобы они не только Стиликс и Ониксу добавили эволюции, а еще многим другим покемонам, у которых нет эволюции в этом моде, но есть, например, первая и вторая эволюция, а последней нету. Вроде есть еще и такие покемоны. Дальше, ребята, Санкерн, вот он выглядит, у него есть эволюция, да, но не с помощью опыта, а вроде с помощью Санстона, да. Много покемонов, много эволюций, это очень радует. Намного больше нам покемонов нужно будет словить, если мы будем делать новый сезон. То есть, если сейчас, например, в нашем сезоне 100% всех покемонов, которые спавнятся, которые не спавнятся, которых можно сделать с размножением, которые вообще никак не спавнятся, можно сказать, что они будут занимать около 7-7,5 боксов в компьютере. А с этими покемонами уже будет около 8 боксов. И это очень круто, ребята. Санфлора. Вот она. Круто. Танцульки тут всякие. Дальше. Снаббл. У него вроде еще есть эволюция, как я знаю, с помощью опыта. Это как бульдог какой-то или там ротвейлер, что ли. Давайте к нему присмотрим. Да, это что-то такое. Дайте-ка таймсет. Ой, вот так. И давайте мы его прокачаем, так как у него еще должна, по сути, быть эволюция, как я знаю. Но, как я вижу, что-то у него ее нету. Странно, но у него вроде, ребята, нету эволюции. Первая эволюция у него вроде вот это, Снабол. А другая эволюция у него вроде Гранбол какой-то. Да, второй эволюции, к сожалению, не добавили. Ну, ладно, не добавили, так не добавили. У Новн мы его рассматривали в предыдущем обзоре мода, но все же сейчас я тоже показал. Давайте приступим, ребята, к следующим покемонам. Этих выложим. И возьмем следующих. Нормально, действительно, ребят, смотрите, если в общем взять, то они добавили около полбокса новых покемонов, и это круто, действительно очень много. Дальше, Мантик это вроде первая эволюция Мантайна, то есть Мантайн это вторая, Мантин, паскуда, которую мы первый раз не словили в нашем сезоне, на которого мы потратили охренеть сколько болов, посмотрите. Я даже это не заметил как-то.
И это вроде его первая эволюция, Мантик. Дальше. Наконец-то, Стиликс, ребята. А на нем можно кататься? Да. Он какой-то никакой выглядит, не как камень, а как, я не знаю, кость какая-то. И он не как каменный, кажется, а прям какой-то костяной червь, что ли. Я не знаю, ну, сойдет, можно и так сказать. Дальше у нас идет Эракросс. Мне почему-то он чуть-чуть напоминает Пинсера. Я не знаю почему, но что-то такое в нем есть, что мне его напоминает. Дальше Вупер. У Вупера вроде есть еще тоже эволюции. Я не помню, как он эволюционирует. Вупер, хотя, может, чуть-чуть, пару процентами он напоминает мне Маткипа, если не присматриваться в детали, а просто так, ну, сдалека посмотреть, что-то есть такое схожее. Может, он просто маленький такой тоже кажется, как Маткип. Ну, хрен его знает. Сейчас посмотрим на эволюцию. И Куагсир, ни хрена себе. Вот что самое хреновое, ребят, меня бесит вот это, смотрите. Когда мы прокачиваем, мы начинаем прокачивать от первого лица. И когда мы, например, когда у покемона прокачивается уровень, то нас почему-то отдаляется и показывается, что мы как бы от третьего лица. Это не очень всегда удобно, потому что каждый раз переключать от третьего на первый, потом от третьего на первый, опять вот так переключать, ну, не очень хочется, если честно. Не знаю, почему вот так они сделали, или может это у них случайно получилось, может они это делать не хотели, может через какой-то баг у них, что ли, это получилось, или просто случайно, хрен его знает. Вот смотрите, ребята, первая эволюция, первое лицо, прокачали один уровень, все. Мы уже отдалились, и это не очень круто. А, вот эволюция, ребята, еще точно. Но я, может, не все эволюции показал, я извиняюсь, ребята. Может, я какие-то эволюции забыл показать. Но все же, я думаю, ничего страшного. Захотите, скачайте вот новую версию, сами проверьте. Как скачать новую версию, как исправить ошибку с покерадаром, где вообще скачивать новые версии. Просто-напросто, ребята, ссылочка есть в описании. Заходите, смотрите и больше не задавайте глупых вопросов, потому что просто все, что вам нужно, это просто зайти и посмотреть, где вообще новые версии можно скачать. Пиджот, ты, если честно, не очень так вовремя, но все же мы тебя заколбасили, замечательно. Фурет, белочка, класс. Дальше. Скиплум. Стоять. Как будто, знаете, какой-то вертолет нафиг. Прикольно. Ну что, ребята, давайте еще других покемонов посмотрим. О, нет, это сюда. Вот так и вот так. Ну, сейчас у нас идет Хоппип. Мы его вроде рассматривали в предыдущей версии. Тоже как вертолет. Это вроде... Хрен его знает. Судо-Вуду. Какой-то, тоже прикольно, дерево какое-то. Тот же тик, Тогипик. Ну, это как бы вот первая эволюция. Вот Тогипи есть. Где? Во. Стоять. Во. Во! Вот этого покемона я действительно ждал очень долго. Я не знаю почему, но Тогипи мне нравится. Да, в принципе, Тогипи, наверное, всем нравится. Такой миленький покемон, да? И действительно очень крутой. Я буду рад, если мы его сможем словить в новой версии. Это очень круто. Очень круто. Ну все, ребята, вроде больше ничего нового не добавили. Если что-то добавили, но я как бы об этом не знаю, то напишите, пожалуйста, в комментариях. Я буду рад посмотреть и также узнать, что нового они добавили. Покегифт. Ага. Ну. You need to send out a Pokemon first. Ага. Так. А что такое? Я как-то не могу понять. Не знаю, ребята, что это такое. Ну ладно, не будем париться. Потом, может, разберемся в новом сезоне, если мы его, конечно, будем делать. Но куча новых вещей всяких. Ну и, в принципе, все, ребята. Давайте уже на этом заканчивать. Я надеюсь... Вот эта наша машина все еще до сих пор работает. Я надеюсь, вам понравился вот этот небольшой обзор, потому что мне, если честно, понравилось. И я очень хочу уже, чтобы эта версия у нас была в новом сезоне, потому что она, если честно, очень крутая. Не нужно просить, что, мол, Эдисон, обнови, пожалуйста, версию на сервере. Ребят, это не так просто, как вы думаете. Я не могу просто взять и удалить старую версию сервера и добавить новую версию, и все, вы продолжите играть. Во-первых, нужно делать полностью вайп на сервере.
все ваши покемоны, вещи, постройки, все пропадет, просто сервер будет сначала на новой версии, это во-первых. Даже если вы согласитесь на вайп, нельзя просто так взять и добавить новую версию. Новая версия в одиночке — это одно. Новая версия на сервере — это совсем другое. Там много багов, дюпов. Есть люди, которые просто могут сидеть днями и искать, ага, какой бы тут баг найти, дюп найти. Потом найдут, нахреначат себе кучу монет, мастерболов, будут самыми богатыми на сервере и все. Так же как баги, например, с той же трейд-машиной, где люди каким-то образом берут, хотят обменяться с людьми покемон на покемон, но как бы берут и забирают их покемонов себе без его разрешения. Вот видите, тоже всякие баги. И с каждой новой версии, может, какие-то баги убираются, но с каждой новой версии, может, какие-то баги новые добавляются. Поэтому, ребята, прежде чем добавлять новую версию на сервер, она должна пройти тестирование. То есть на отдельных тест-серверах, где ее тестят, смотрят, чтобы исправить, чтобы добавить, чтобы запретить, потому что много есть вещей, даже ванильных, например, воронки и всякие другие вещи, их просто-напросто запрещают крафтить, запрещают использовать на серверах, потому что они причиняют дюпы, да, то есть люди находят какие-то там способы, что ты, например, кидаешь воронку один мастербол, а вытаскиваешь два мастербола. Есть много разных дюпов, много разных багов, и это все сначала нужно пройти на бета-сервере. И потом, если все баги исправятся, может добавляются на сервера, конечно же, с вайпом. Потому что создатели Пиксельмона каждую новую версию меняют ID вещей, ID предметов. То есть, если сейчас у вас 30 мастерболов есть, да, то если мы просто-напросто возьмем и поменяем старую версию на новую версию, ID предметов поменяются, это уже будет не 30 мастерболов, будет 30 компьютеров. Например, если у вас там есть 100 ультраболов, ID предметов поменяются, мы поменяем версии на сервера, это будет уже не 100 ультраболов, будет 100, например, вот этих камней, или там 100 еще чего-то. ID предметов они меняют, я не знаю, почему они так меняют все ID предметов, но просто они и так же и смещаются, потому что они добавляют новые вещи, и старые предметы, ID, просто их смещаются в сторону, и тоже ID-шки, ребята, меняются. Поэтому на сервере сначала нужно разобраться, что и как, прежде чем добавлять новую версию. Но все же, ребята, давайте уже на этом заканчивать. Я надеюсь, вам этот обзор понравился. Если вы хотите, чтобы мы быстрее начали новый сезон с этой версии, то, ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, вы станете сразу автоматически членом нашей крутой банды. И также буду рад, если вы оставите комментарий. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.